Проведение веселой масленицы в доме музея Емельяна Пугачева стало доброй традицией. Этот древний славянский праздник берет начало еще со времен язычества. Он символизирует прощание с зимой и обновление природы. Главной целью является ознакомление молодого подрастающего поколения с такими добрыми, веселыми, старыми праздниками. И, конечно же, привитие учеников к музею, так как такие праздники проходят в основном в стенах нашего музея. Гостями праздника стали ребята из центра внешкольной работы. Они приняли участие в традиционных подвижных играх, подготовили стихи, песни и частушки про масленицу. Масленица, белая ножка, задержись у нас немножко, на недельку, на денек, на единственный часок. Конечно же, основным угощением праздника стали блины, символизирующие солнце. По традиции их раздали всем присутствующим. В завершение праздника сожгли чучело масленицы. Согласно приметам, если оно сгорело быстро и пламя было ярким, настоящая весна придет совсем скоро. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК-42.